Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, и мы начинаем играть в игру «Растение против зомби. Третья часть». Так, нас просят кликнуть сюда. А для чего? Для того, чтобы мы, наверное, перешли на основную сюжетную кампанию и начали в нее играть. Так, что это нам тут показывают? Ага. Это наше поле боя, да, получается? Сажай. Так, ну это все понятно. Значит, у нас здесь горохострел. Выставить, говорят, сюда. Окей. Так. Стена горох вот сюда. И за ним бонг-чо. Ну, в принципе, это все понятно, ребят. Единственное, конечно, меня не устраивает, что формат игры на таком экранчике, на маленьком как-то. Но зато мы теперь видим здоровье зомби. Так, секундочку, давай выставлять. И, как я понимаю, здесь у нас не будет подсолнухов. Солнечная энергия копится сама по себе. Что, в принципе, тоже есть хорошо. Так, подожди-ка, давай накопим. Бонг-чо вот сюда вот выставим. Неплохо. Я, как понимаю, здесь будут у нас две волны. Да? Но вот здесь вот почему-то так устоит. Не знаю, зачем оно здесь нужно. Пока мои горохострелы здесь... справляется, в принципе, да? Но не без помощи, конечно же, бонг-чо и так далее. Сюда я поставлю, наверное, орех. И что такое? А, финальная волна? Уже? Так быстро? Ну, это, ребята, типа обучение, я так понимаю, да? Не все так будет просто дальше. Ну, нам не привыкать. Так, давай расстреливаем, расстреливаем. Конечно, если бы игрушечка была бы переведена, было бы намного лучше. Но, в принципе... суть не меняется во всех частях, так что мы должны с вами защищаться от этих зомбарей. Миссия пройдена. Оу, безумный Дэйв опять тут. Ну ладно, так, что он мне тут? Кликнет, говорит, да? И куда? Ну, наверное, надо на кого-то, да, применить. Оу, он что, вырос? Рэди? Ну, рэди. Такие малыши бегут, бегут. Аглоеды, надо срочно их тут бомбить. Так, надо, наверное, орех сюда вот выставить. И сюда вот горохострелов. Ну, я думаю, мы, ребят, здесь пройдем вообще на изи. Если, тем более, это тренировка у нас. Так что никаких проблем не будет. Ну, зомби такие тут крепкие. Ну, одно радует, что действительно у них здесь показана полосочка здоровья. Теперь хотя бы знаешь, сколько там нужно, чтобы его добить. Да? И бунг-чо здесь наяривает, будь здоров. А этот стоит. Надо было вот этого, наверное, усилять. Но я же, честно говоря, не думал, что это будет как усиление. Кто там? Что там? Что там захрюкало у меня еще? Так, давай вот так вот сделаем. Орех, орех сюда срочно. А то они прорвутся сейчас. Ну давай, давай, давай. Есть! Друзья мои, ну что же, первая наша победушка. Контини, естественно, продолжаем. Ох ты, что это у нас здесь? Наш любимый домик, да? С нашими огородами. Башня открыта. Хорошо. Это твой дом, написали. Ладно, не надо мне тут втирать, ваши базары мне не нужны, все равно непонятно, чего там балаболите. Можно я сразу приступлю, да? Ага, спасибо большое. А, вот сюда надо кликнуть. Это у нас, ребята, пената. Ну, и все? Все, что ты мне дал? Слабовато. Ну все, 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 ну хорош, побалаболили и будет достаточно. Кстати, почему у нас, ребята, между каждым уровнем идет какая-то прогрузка? Так и должно быть или что? Нажми на зомби, чтобы начать бой. Ага. То есть в данном... О, тут вот все расписано, да, ребята? Здоровье, смотрите, 300. Атака 15. Можно апгрейдить. Для этого нужны нам монетки. Монеток пока у нас нету. Поэтому, друзья мои, наверное, сразу будем приступать к бою. Так. Подожди-ка. Здесь почему-то 200 наносит, а там 50 урона.
Ну что же, наш старый добрый дворик. Поехали. То есть первый уровень, да, который был в начале, он шел чисто как обучающий. А теперь уже действительно будет испытание очередное. Давай сюда вот так вот орех поставим. И за орехом нам желательно выставлять бонг-чо. Так, чтобы мы могли с вами контролировать все это дело. Причем зомби есть как лысые, так и волосатые. Волосатые зомби. Ну, по-моему, здесь они идут быстрее. Может быть, мне, конечно, кажется. Да нет, как-то, по-моему... Или сама карта по себе какая-то маленькая. Так, а ты-то куда, Ханорик, собрался, мелкий? Расстреливаем этого малыша. Твою же налево. Слушай, у него что-то как-то... Финальная волна, пишут мне. Окей, забомбили. А, вот они, зомби, защищенные колпаками. То есть, смотри, у них две полоски жизни. Нижняя есть, да, и верхняя. Вот так вот. То есть, это мы сняли с него защиту и сейчас нагрели. Слушай, ну, для начала все очень довольно легко и просто. И что? Время тако. Ну, давай вот, я не знаю, вот сюда вот. Тыч. Такой вбронированный. Рэди, конечно, рэди, я готов. Что мы тут с вами будем еще, как говорится, ждать? Конечно же, я готов. Так, хорошо, бомбим. Надо было, наверное, нам все-таки попробовать применить вот это тако на растение. Я имею в виду на горохострела. Потому что это, я понимаю, что тут в защите все дела. Ничего нового для нас нету. Так, хорошо, что он у нас защищенный. Сейчас мы его там будем бомбить. Но готов. Совсем немножко остается до следующей волны. Естественно, будем вставлять защиту. Так, сюда, наверное. Ага, ага, идет укрепленный зомби. Укрепленный, крепкий, сильный зомби. Поэтому в наших интересах сюда как можно быстрее выставить орех. Но орех очень долго копится. Очень долго копится. И, блин, ты посмотри, какие они крепкие, а? Да, с этими зомбарями слишком сильно не забалуешь. Если, конечно, мы не сможем с тобой усилить нашего горохострела в дальнейшем, да? Так, бунчо, давай-ка вот здесь вот наяривай их. Окей, тут мы справились. Давай вот сюда вот выставим. Сейчас пойдет суперволна. Зомби пришли, как они обычно говорят, да? Эть! Орех съели. Ребята, они съели мой орех. Но я, главное, где поставил вот этого усиленный, да, орех. Никого на этой полосе нету. Просто никого. Так, ждем бунчо и будем выставлять его сюда, вот за этим вот орешком. Три энергии нужно еще. Так, две. И последнюю. Ну, выставляем. Ну, этого мы разберем. Этого уничтожили. Все, друзья мои. Цветочки и растения радостные. И у нас все хорошо. Посмотреть таблицу очков. А зачем она мне нужна? Ну, посмотрел. Спасибо. Ревард. Слушай, неплохо. Я забираю все. Абсолютно. И монетки, и горохострела. И чувачок, который будет у нас с трубочки там пулять, я так понимаю, да? Что? Цветочки опять тут тоже есть, где мы будем их сажать? Или... А. Использовать, но. И что это мне дало? Этого я могу, судя по всему, апгрейдить. Солидно. Так, exit. Выйти. То есть ты хочешь сказать, что я прошел вон то он, да? Дом. Теперь мне надо сюда. Ну, давай, сыграем. Так, тут у нас капуста-мед. А вот это кто такой? Что это за у нас за шишка-то такая? Кликни сюда. А, ну это понятно, ребята. Это нам идет расписывание зомбарей, да? То есть защищенный зомби. А вот это что за зомбарь такой?
Нифига. Парк зомби. А это с собаками. Обалдеть. Ну что, друзья мои, я думаю, надо начинать бой. Так, а это что нам показывают на картинке? Кликни на листочек, да, и, ну, горохострел, типа, применит свою ульту. Это для нас тоже не новость. Это все было. Мы с вами опять в этом замке. Так, готов? Ну, типа, я готов, конечно же. И приступим. Слушай, вот этот чувачок, интересно, он крутой? Дай-ка глянем. Эй, и чё? А, вот как он. То есть ему нужно время для заряда. Все, я понял. Тогда давай тогда вот сюда выставим. Так, орехами тут все пока прикроем. Слушай, отлично бомбит на самом деле. Ну, да, то, что вот перезарядка долгая. То есть, если пойдет большая армия зомбарей, конечно, он тут будет бесполезен. Но зато, если он врежет, так врежет. Мало не кажется, да? Так, поставь сюда орех с тобой. Так, подожди, верхняя полоска у нас с вами без защиты. Слушай, ну на мобильнике, да, на мобильнике, мне кажется, это было бы довольно солидно выглядело бы. Конечно, на большом экране, когда ты играешь, все кажется тебе таким маленьким, неудобненьким. Так, что этот зомби делает? Смотри. Не знаю, ребята, что он делает. Не успели мы посмотреть. Мы ее просто запинали, и все. И уровень у нас пройден. Опять время тако. Ну давай вот сюда, вот я, например, применю. Он у нас такой большой стал. Но. Бамс. Ага, не уничтожаешь ты его с первого. Потому что это защищенный зомби, друзья мои. Ему надо два раза бомбануть. Хорошо. Это мы учтем с тобой. Тю, малыш отлетел. Так, очень хорошо. Мне нравится, как мы тут с вами справляемся пока в данный момент. Все на изи. Тут уровня сложности, я так понимаю, нету. Надо будет еще зарегистрироваться, наверное, в этой игре, да, чтобы не потерять свой прогресс. Но, минус. Отлично. Смотри, какой бомбежка тут идет. Так, а вот здесь, наверное, маловато будет одного горохострела, поэтому давай второго поставим. Ну-ну-ну-ну-ну, что там долго-то так? Бабка отключилась. А, вон собака идет. Если я так вот сделаю. Мы убиваем зомби. А, собака просто убегает. Я просто подумал, может быть, собака побежит, да? Ну, зомби подбивается, а собака без своего хозяина бежит на нас. Но нет. Ничего подобного здесь не было. Но. Давай, наверное, сюда еще один орешек поставим, на всякий случай. Вот сюда надо еще поставить, потому что у нас бончо вообще не прикрыт, на самом деле. Вообще ничем. Даже без ореха, да, стоит. А, победа, все, друзья мои. Тут нету, как в прошлых версиях, да, когда на тебя надвигается волна зомби. Там, знаешь, серьезная музыка начинается или что-то в этом роде. Тут все идет тихо и равномерно. Так, что у нас здесь? Ну, я понял, мы выполнили, да. Вот у нас капустомет. И это шишка, на самом деле шишка какая-то. Плей. Закрыть. Так, что-то мы с вами выиграли и должны забрать. Пината, да? Пиньята. Давай заберем вот эту вот. А это обычная. И что же мне отсюда выпадет? Всего по одному, да? И 38 монет. Как-то кисленько на самом деле. А это у нас идет Get Premium. Вот оно что. То есть это если ты покупаешь себе премиум, да? То ты будешь забирать вот эти вот пинаты. Пиньяты. Вот, но за это, естественно, нужно платить деньги. А сколько стоит? 300. Надо копить, друзья мои. 300 алмазов нужно накопить. И тогда будет нам счастье. А что у нас тут вот в магазине? Можно мне посмотреть? Я не могу понять, у нас до сих пор что ли обучение идет? Я не могу ничего другого выбрать, кроме того, что он мне показывает. Хорошо, здесь у нас зомби на шариках уже. И плюс еще какой-то старый маразматик дед. С хлебом идет. Этот старый знакомый, этих я помню.
Слушай, а что делает, интересно, старый маразматик с хлебом? Как ты думаешь, что он делает? Хлебушка будет бросаться, что ли? Использую листик. Я до сих пор еще этого листика даже не видел. Может быть, в обучении мне покажут его. Видел тако, но тако это, по-моему, совсем не то. Дед с хлебом, все дела. Все как полагается. Мы с вами подготавливаемся и начинаем потихонечку. Так, по этому ряду идет, да? Поехали. Так, естественно, сразу выставляем с вами горохострелов. Эй, погоди, а как нам вот этого подбить? Он сможет пролететь? Блин, да куда ты поставил-то? Так что? Типа ставь орех, что ли? И он не пролетит? Я не верю. Хм. Это что, получается, я проиграл? Потому что эти олухи пролетят? Если честно, я не знал, что он может пролететь. Ладно, пускай пролетает. Ребят, я не знал, что они могут пролететь. Серьезно тебе говорю. Зомби съели твои мозги. Ну? Или это специально они сделали так? Вернись в башню. Они, наверное, специально так сделали, да? Чтобы мы проиграли с вами. И, может быть, сейчас что-то нам дадут другое. Ну, это мы закрываем. Типа, загляни в магазин. Заглянул. Бесплатно. Капусту. Получил я, да? Окей. Здесь у нас что? Забираем ее. Использовать. Окей, я еще могу ее, судя по всему, проапгрейдить маленечко. Вот. Так, ну что, капусточка радостная, веселая у нас. И пока все, да? Больше мы ничего с тобой сделать не можем. Естественно, только лишь приступить к выполнению миссии. Ну что, если эта капуста сможет подбить этого чувачка на шарике, что? Вот оно что, летающие зомби, да? Это показывает, кто у нас здесь будет. То есть, в любом случае, я должен был там проиграть. Поэтому, ребята, что бы я там ни делал, ничего бы мне не помогло. А вот теперь с помощью капусточки я, наверное, смогу их расстреливать. Сейчас посмотрим, прав я или нет. Копим пока энергию с тобой. Тут придется выставить, конечно. Хочешь или нет, но придется потратиться. Ну, где там этот летающий ханурик? Покажись. Вот он, да? Он летит у нас вот по этой дорожки. Ну да. Капусточка может только расстреливать их. Все, я теперь понял. Я теперь понял. Так, сюда мы поставим вот этого вот. Базука-мен. И орех. Для прикрытия, ребят. Так, энергию не стоит, наверное, нам сразу всю тратить. Потому что фиг его знает. Может быть, где-нибудь сейчас полетит. Вот, видишь, уже летит. Уже летит, летит вот по этой дорожке. Давай расстреливать его. Так, я сюда поставлю, если что, бонг-чо, чтобы он мог прикрывать. Так, здесь у нас что? Ну, в принципе, ага, еще один летит, гаврик. Усложняет потихоньку, да, нам жизнь, я смотрю. Чтобы медом не казалось. И только действительно капуста может бомбить вот этих вот чуваков на шариках. Ну, давай, 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 родные мои, он сейчас может... Ничего он не сможет. Все, прошли. Да, это действительно пока еще до сих пор идет у нас обучение. Что опять за прогрузки, вот и объясни мне, это так и должно быть? Уровень пройден, да это понятное дело. А, примените тако. Ну, давай я, например, вот сюда вот. О, 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 радостная какая капусточка. Начал тут прыгать, юлить. Угу. Ты думаешь, я тебе позволю пролететь здесь, мелкий ханорик? Нет, конечно. Даже не мечтай об этом. Бамс, этот сразу, как только на землю приземлился, этот сразу со своей базуки накумарил. А, смотри-ка, что у нас делает капуста, когда она крупная. Она может заморозить врага. Слушай, это найс. Это круто на самом деле, мне нравится. Так, давай-ка вот сюда вот поставим. Ну тут пока у нас все четенько идет. Давай я, наверное, сюда вот орешек поставлю.
Он нам лишним здесь не будет. Давай, давай, давай. Так, летит. Паршивчик маленький. Ну, слушай, вот графически как сделана игра, мне нравится. Единственный, конечно, минус — это вот ее вот такой вот вид. Хотелось бы на полный экран, да? Даже пускай будет вот как вот я первую часть снимаю, да? Черные полосы по бокам, но не такие, как здесь. Как-то хочется, чтобы покрупнее. Я не знаю, ребят, ну, они, видимо, под телефоны ее как бы делали. А на телефонах вы сами знаете, что это. Что он делает? Какие еще птички, голуби тут? Ничего себе, они клюют. Дед, а ты, оказывается, еще тот голубятник у нас. Прикормил птичек. Слушай, прикольно. Очень прикольно, мы с вами зарабатываем, что там, 10 звездочек каких-то. Миссия пройдена. Вот я не могу понять здесь. То есть, чем дальше враг, тем больше получает повреждения. Чем ближе, тем меньше, что ли? Вот это они хотели мне тут объяснить. Уровень пройден. И у нас с вами, смотрите, горох. Этот, кукурузка. И шарп-дракон. Плюс нам достается лопата, что ли? Играть. Да-да-да, обязательно будем играть. Тут одно сердечко, я не знаю, что это значит. А зомбарей-то тут уже все больше, больше и больше становится. Хм. То есть, в любом случае, да, и даже если я кого-то могу сейчас взять, мне не дадут, потому что я должен... Они мне должны показать, что вот, игрок, твои ошибки, и здесь ты не сможешь так пройти. Ты проигрываешь, после этого тебе дают того самого монстра, с которым ты, точнее, то самое растение, с которым ты сможешь пройти этот уровень. Как-то вот так у них тематика идет. Так, орех, что тебе надо? Ну, я понял, что лопата у меня есть, и то, что я смогу выкопать ненужное мне растение, это понятно. Иди отсюда, халабуда. Давай, прописывай, давай-ка вот сюда, наверное, капусту с тобой еще поставим. Тыдыч. Все? Нет, не все, ребята. Сюда я поставлю бонг-чо и орех. Вот так вот прикроемся с тобой. Ну, красавчик. Чувак, конечно, очень красавчик. Мне нравится, как он бомбит. Жестко так. Со своей этой... С бамбука, со своего снаряда выпускает, как с базуки. Действительно, ну-ка. Так, тихо, тихо, родные мои. Не подходить. На расстоянии вытянутой руки. Так, орех сюда влепим. Что? Финального уже? Ну, иди, иди, иди потанцуй в другое место, а, пожалуйста. Иди потанцуй в другое место. Нифига, она там прыткая какая. Ну, ватная в то же время. Уровень пройден. Примените тако. Ну, давай применим с тобой. Куда, я не знаю. Давай вот на этого. Хочу просто глянуть, что он будет делать. Я готов. Собачки тут, да, у нас. Ну, я думаю, разберемся. Так, я вот орех сюда поставлю. Ой, летун, летун. Ну, у нас есть капуста, поэтому мы его сейчас подобьем здесь. У меня на верхнем ряду никого нету. Вот что я заметил. Упал. Так, опять эта бабка-танцорка идет. Ну, ее сейчас быстренько тут закумарим, я надеюсь, да? Ну, бомбите, бомбите. Что вы там смотрите на нее, на эту бабулю? Что? Парк-трик. Это что такое? Что это означает? А, голуби, ё-моё. Этот дед, а где же он? Ха, я не видел деда с хлебом. А голуби прилетели сами по себе. Странно, да, немножко? Орехи. Дай, говорю, орех сюда поставить мне. Укабучивается еще. О! Идет зомби с флагом. Я уж думал, не дождусь его никогда. Но он все-таки здесь есть. Причем он шел сзади всех. Он, по идее, должен спереди идти, а он почему-то сзади. Ладно. Так, дед, дед! Успокойся, опять он вызвал, да, свою голубятню тут. Хитро, хитро. Но мы все равно его накажем. За него, кстати, неплохо очков так дают, да? Тыщенку сразу накидывают. Ну что, я так понимаю, прошли мы этот уровень, да? Да. Все у нас хорошо. You win. Мы выиграли. Так, что у нас здесь? Это же
машина Дэйва, насколько я помню, да? Это типа мы открыли? Таку парк. Окей. Возьми свой реворд. Я сейчас заберу вначале вот что-то. Мы тут с вами... Ну хорош бубнить уже, ё-моё. Да, ну почему? Я хотел забрать там. Дэйв, опять ты тут ерунду какую-нибудь мне... Эксит. А почему я... А вот. Нет, ребят, не могу я взять пока, к сожалению. Кстати, подсолнух тут кричит, да? Но его в игре нет. Ух ты, смотри-ка, здесь какие-то у нас растения прикольные. Так, за первый уровень я получу 30 монет, а за второй звездочки. А звездочки что нам дают? М? И что ты мне показываешь здесь? Что это такое? Ну, и еще блок, какой-то блок. А, ну это же эти, надгробия, господи. И что? Так, это что у нас такое за странный зомби? Как типа, как Дракулита какой-то. Я не знаю. Чувак с флагом всего. А вот это кто такой? Ну ладно тебе, чувак. Такой пончик здоровый катишь, а? Успокойся, я могу кого-нибудь взять? У меня есть хоть кто-нибудь или что? Это вот все, что у меня есть? Блин. Горелый, ну что, придется драться идти? Что? Чего нету? Подожди, чего он написал там нету у меня? Так, у тебя нету того, что может пробивать защиту? А как я это, интересно, где я это возьму-то? Родной мой. Где? Ты вот мне можешь это объяснить? Нет, он мне не хочет ничего объяснять, ты понимаешь? Энергия вроде бы как есть еще, да? Или нету? Да нет, вроде бы есть. Апгрейдить я никого не могу. Здесь я тоже сделать ничего не могу. В чем проблема-то? Можешь мне объяснить? Нормальным русским языком. Что тебе нужно? Может быть, вообще закрыть это нужно дело, а? Он мне все равно тыкает, что я должен идти именно сюда. Сундучок. Так, сундук. И... Семена, ну семена, и что дальше? Ну, семена. Наконец-то мне дали забрать. Только не вот этого, а вот этого мне нужно. Давай посмотрим. Так, горохострел, бонгчой, стена орех и 44 монеты. Все на этом, да, у нас получается? На этом получается все. Хорошо. В чем проблема, я не могу понять. Вот здесь вот, вот эти вот зомби я смогу пройти? Ух ты, а это кто такой? Франк Миньон какой-то. Я не знаю, что он делает. Но с этими-то я должен справиться. Верно же? Так, опасность. Перепрыгивать, да? И это. Немножечко, конечно, не могу понять. А вот этого? Что вот здесь не так? Могу же? Да все равно мне, блин, что он там пишет, опасность, не опасность. Да я хотя бы посмотрю, в чем опасность-то происходит. Если там кто-то может что-то перепрыгнуть, ну, для нас это не впервые. У меня, по-моему, достаточно, так сказать, растений, которые могут все это контролировать. Так, вот разогнался, а, Петручо. Отдохни, малька. Давай, опс, все. Чувак с флагом отдыхает. Капусточка, капусточка, говорю, давай, 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 расстреливаем. Так, этого пока законтрим здесь. Горохострела не туда поставил, ё-моё. Что ж ты делаешь? Горохострел, родной, ты должен где быть? Вот здесь. Так, еще один Чиполлино идет у нас тут. Так, 7 энергии нужно, чтобы я смог поставить. Что, а что это он сделал? Ускорение, ускорение. Ну да, конечно же. Чувак с флагом дает ускорение зомбарям. Об этом не стоит забывать. Это как и в прошлых частях. Ну. Так. Надо бы он что сюда ставить. Надоели они уже тут мне поясничать. Вот. Так, орешек вот сюда поставим еще. Это кто? Это у нас бабка. Это у нас бабка.
бежит. Очень быстро, шустро так наяривает. Ой-ой-ой, мы ее успеем хоть бомбануть-то? Должны, должны, родные мои. Но уровень для детей, елки-палки. Трехлетних. Они мне пишут, ты не можешь пройти. Конечно, не можешь пройти. Все у меня на изи, я готов. Жду врагов, где они? И пускай подходят, всех распишу с полтычка. Ну, где охламоны? Папочка соскучился, ну. А, сосунки. Будут мне тут еще показывать этот уровень непроходимый. Для кого? Для кого? Для Рычка уровень непроходимый. Все норма. И так. Пес, отвали от меня, а. Уйди, уйди прочь. Жик, смылся. Да, бедная собачка. Запуталась, да, вокруг зомбаря. Слушай, а интересно, вот если, предположим, такую вещь, да, зомби-апокалипсис, все дела, зомби, они нападали бы на животных или они нападали бы чисто на людей? Никому такая мысль не приходила в голову? Нападали бы или нет? Вот мне вот лично почему-то интересно узнать было бы такую вот вещь. Так. Ну, дай капусту мне сюда. Друзья, ну уровень вообще на изи. Я не знаю, почему меня сюда не впускали. Что мне там бред какой-то говорили. Чего-то там не хватает. Все мне хватает. Видишь, симметрия. То есть это получается, когда у тебя полный... Ага! Хлебосочный бежит. А ну-ка, давай его наказывать. Свои голубятни тут вызывает. Сейчас мы ему голубятню-то разворошим. Все, друзья, победушка за нами. Шикарненько. Я выиграл. Ага, не хватило мне, да? 5 звездочек почему-то. Но зато я получил 4 кукурузки и 29 монет. Ну все, все, все. Давай, забираем, конечно же, наш реворт и продолжаем. Их, родная моя, тако-парк. То есть я в этом тако-парке должен всех их забомбить. Слушай, а я могу здесь зарегистрироваться, а? Давай-ка попробуем. Ну что, ребята, вроде бы как зарегистрировался. Так, давай посмотрим, что у нас тут. Я могу взять кукурузку, естественно, я возьму ее с собой. Ух ты, тут растений. Ну, не так уж много пока еще, но тем не менее. Есть. Что у нас тут? Ага, а это у нас уже пошел донат. Я понял, все. Перебьемся. Ну что ж, выбираем следующий уровень. Я думаю, что вот с этим вот хануриком мы с тобой справимся, да? У нас тут кукурузка, все дела. Да-да-да. Я хочу подраться с ними. Ну, и что тут нам показывают? Ну, обычное поле, мы готовы с вами. Ну, где вы там, аглоеды? Идешь? Ну, иди, иди сюда, как раз под мою базуку-то сейчас. Посмотрим, как тебя пригреет она. Ну, бамбук-базука, молодец. Конкретно. Так, а вот это вот что за чудище идет? Что оно делает? Давай-ка я орех поставлю и посмотрим. Ах, вот оно что. Ой, ты какой грозный-то, а. Друзья мои, короче, если он подходит, он взрывается. Понимаешь, да? И то есть там хоть орех, хоть еще что-нибудь, ему без разницы, уничтожает все на своем пути во время взрыва, естественно. Ну, блин, кукурузу давай поставим тогда уж. Идет этот ускоритель фигов. Давай, 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 кукурузинками бомбим по нему, друзья мои, бомбим. Я еще вот сюда вот. А, вот тут видите, как мы его. Раньше было, помнишь, на лицо масло, а теперь он полностью в масле стоит. Что такое, что вы хотите мне сказать? А, чувак, на шарике это какая у нас линия? Вот. А, тут может и... Понятно. То есть не обязательно капуста, да, может и кукурузка бомбить. Ну что же, я только рад этому. Я только этому рад. Шикарненько. Все? Я тебя умоляю. А, погоди, все. Нет, еще не все, ребят. Просто тут как-то немножко по-другому все сделано. Ну-ка, если я вот так вот сделаю. Теперь я готов. Ну куда ты разогнался, а? Ну куда ты разогнался своим флагом? Получил просто сразу же звездюлей. Только появился, да? Мы ставим сюда горохострел. Вообще классно, мне нравится, как они у меня тут бомбят. Давай, давай. Пока зомби не такие уж сильные. Так что, ребята, я себя чувствую здесь просто превосходно. Просто козырно. Так, с собакой бежит. Но он сильный.
Живучий достаточно этот собака, это чувачок. Ага, летит на воздушном шарике. Карапуз. Бомбите этого летуна. Ну. Упал. Упал, отжался. Подорвался. Я не понимаю смысл вот этой бабки. Что она тут делает? Ничего такого плохого она не делает, да? Причем, ну да, она быстрая, но ее так же быстро разбирают. Так, опять этот хлебосочный бежит со своей буханкой хлеба. Сейчас будет вызывать тут птичка мне. Ага, ага, ага. Ну и что, съел? Съел, дедок? Сейчас я тебе этот хлеб в одно место положу. Ты достал уже, а? Дедуль, успокойся. Все? Или волна? Да, все, ребят. Выиграли. Выиграли довольно легко просто-напросто. О, ну тут хотя бы 4 звезды. Или подожди, или мы с вами просто копим звезды. Реворд, спасибо. Так, шишка такая, let's go, типа я готова. Надо начали проверить, что ты делаешь, шишкарь. Тако-парк, что у нас здесь? Новый, да, новый персонажик. Слушай, ну я, по-моему, сейчас не пользуюсь банкчо. Может быть, нам взять вот этого бродягу? Я не знаю, что делать, шишка. Но мы сейчас узнаем с тобой, я думаю, да? Так, что ты делаешь, родной мой? Каратека такой. Ладно, я думаю, что это боец ближнего боя. Хотелось бы посмотреть, что он там из себя представляет. Также мы его, наверное, за орехом будем выставлять. И он должен... Так, ого! Это что там за зомби-футболист еще? Так, секундочку, готовимся, ребята. Готовимся к атаке. Так, посмотреть. Что этот зомби у нас делает? Ой, зомби. Что этот орех? Вот сюда вот я его, например, поставлю. Посмотри. Да куда ты его влепил тоже? Давай задержим его здесь маленечко. Просто хочется посмотреть, что он делает, вот этот малютка. Наверное, будем копить с тобой энергию. Ну-ка, вот если я сюда его выставлю. А, так он все-таки дальнобойный. Я думал, что он в рукопашку будет драться. Короче, он выпускает хвойную иголочку, да, которая пролетает через весь экран. Все, я понял принцип. Ну-ка. Да, так и есть. Она пролетает просто через всех зомбарей. Так, а вот это вот это уже что-то серьезное. Что он там делает? Что он сейчас сделал? Упал, мякнулся, что? Что произошло? Я ничего не успел разглядеть, что он там делает, друзья мои, если честно. Вот, опять он оклемался, что-то падает. Дурил этот, а, видно, из базуки получает звездюлей. Поэтому там и... Ох ты, что делает? Это типа босса, что ли? Куда ты упал опять, дурень? Что вытворяет? Что вытворяет, друзья мои? Я не понимаю. Что с ним? Какой-то чудной зомби. О, он ловит мяч, что ли? Или что? Не могу врубиться пока. Пока не могу врубиться, что он делает. Но он чудной на самом деле. Так, слушай... Давай я сюда вот так вот сделаю. Пускай его хотя бы еще немножко задержат. Да бросьте вы масло в него. Господи, вот летит кусок масла. Все, пускай стоит. А мы в этот момент будем его пока расстреливать. Слушай, довольно хорошо. Но он чудной на самом деле, мне нравится. 1400 за него дали. Ну, мне так кажется, что это был типа боссика. Так, применяем тако. Давай мы с тобой сюда вот воткнем и вот сюда. Все, продолжаем. Салат-бар. Ой, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Подожди. Блин, мне нужна капуста. Вот так вот. Давай подбиваем этого летуна несчастного. Сюда я поставлю орех. Симметрия. Ну падай уже. Бам, сразу же получил. Ай-яй-яй-яй-яй, подрывник идет. Друзья мои, подрывник. Блин, взял орех, меня уничтожил, а? Охламонище. Так, постой, подумай. Так, мне нужно орешек сюда, ребята, вернуть. Вернем орешек свой, вот так вот. Слушай, ну, шишка, в принципе, ребят, мне нравится.
Вот этот вот ионный бонус отличный, который пролетает через всех зомбарей, очень даже годно. Так, что у нас вот? Бамс. Это вот сейчас хопа. Еще один такой же аглоед идет. Эй, друзья мои, я думал, что мы... мы с этим дурачком разобрались, но видишь, он еще раз появился. Ой, а почему? Куда орешки мои делись? Эй. А, друзья мои, а, он отбивает. Он, короче, отбивает, ребята, мои снаряды. И они летят обратно ко мне. Это не найс. На самом деле. Видишь, что он делает? Ну-ка, орех сюда выставим обратно. Не позволю. Дурилка, а, картоновая. Ну, дожмем, добьем, чё? Нафиг я сюда орех поставил? Кто, вот кто мне скажет, нафиг я сюда орех поставил? Ему здесь не место. Он у нас должен быть вот здесь. Да ёкалмэн, ладно, пускай здесь стоит. Ну что там осталось, совсем немножко у него здоровья. Вот, мы его заклепали, и сейчас будем просто-напросто расстреливать. Все, допрыгался. Ну, прикольно. Ребята, игра мне понравилась, не знаю, как вам, пишите в комментариях. Мне очень будет интересно знать. Так, Ревард, довольно неплохой, не кислый, так скажем. Ну что, мы с тобой, по идее, должны пройти этот уровень. Так, давай-ка мы с тобой еще одну пиньяту откроем. Так, спасибочки. Спасибо, спасибо. О, и 31 монетка. Шикарненько. Что у нас тут? В принципе, зомбарей нету, но у нас вот тут есть вот такой значок. И что? Ничего? Вообще ничего? Так, подожди, а что же я должен сделать? Выйти на карту? Давай, выйдем, exit. И... Ага. То есть, погоди-ка секунду. Здесь все пройдено, я понял, друзья мои. У нас остается что? Остается вот здесь вот, да? А потом вот сюда мы с тобой перейдем. Ну, ох, карта. Слушай, ну карта еще пока маленькая. Видимо, еще все в разработке. Что там? Защитить. А что? Почему все зависло? Эй! Друзья, взяла и зависла. Ну что, дорогие друзья, на этой ноте мы, наверное, с вами будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. Пишите в комментариях, как вам игра. Ну, а на этом все. Всем до скорого и удачки.